Приобретаем билеты 1200 рублей, два билетика. Мы уже здесь, только я кассу не вижу. Может быть, где-то там есть. Надели или как браслетики и потопали смотреть живность. Мейн-куны. Лев, ты лев. Порода. И уже курс при прыжках был сердце возникает. А как у них курильские баптемы. Так, это у нас сорвальчики. Очень милые. Представители сибирской породы номера 22, 23, 24, 83. Абиссинский котенок. Я подхожу, подушка двигается. А там, оказывается, спрятался вот этот вот товарищ. Чмокнуть хочется в нос. Светка у него такая прикольная. Очень сладенький. Бурма. Пнул такой лапой. Ой, какие глаза я не могу. Какой классный. Взгляд такой. Целовать хочется. Абиссинские. Котенок Бурмы там на Оксанку все продолжает смотреть, она его не покупает. Огромный какой. Это на колдуешь, где-то мама-мама. Это вас похоже, чуть-чуть.
кудрявая, которая прикрутилась. Хорошо. Столько всяких разных посторонних. Ну что,
грузинский. Я такой сел, встал. Ну, все время лежать тоже невозможно. Спасибо. Вы ее отдаете на дрессировку? Это дочка танцует. Компания. Ну, собаки четко понимают, где взрослый человек, а где ребенок. С ребенком можно... Ага. Спасибо. Да.
Жемчужная? Написано, пальцы в клетке не совать, тяпнет. Я посыпаю. Ну, солнце лишнее туда. Все мальчики, да? Нет, не все здесь мальчики и девочки. Иди погладь. Нет, Маша. Ёж, когда нам доверяет, он просто складывает свои иголки. Ему нет необходимости обороняться. Это черная львинка. А сколько вообще при этом жителей? 5-8 лет. Хотите его приобрести? Перед вами африканский карликовый еж, искусственно выведенная порода для домашнего содержания. Поэтому не пытаемся проявить псевдогуманизм, выкупить и выпустить. А периодически подобные попытки, к сожалению, бывают. Это не то животное, которое впадает в спячку. Так. Брюнетка есть, сейчас еще с блондинкой сделаем кадр. Пойдем со мной. Пойдем, пойдем, там тебя ждут с большим объективом. Вот это тоже мы поедем. Ну, посмотрим. Вам надо купить. То есть, как видите, животные тактильные, животные ручные. Вы думаете, что сегодня целый день, скажи, целый день, целый день. Ты скажи, приведи, ты скажи, харя. Ну, а еще про выбор щенка. Часто бывает так, что вы просто увидели щенка, он вам понравился, значит, это важно. Попробовала всякие вкусняшки. Мне понравилось кешью в тыкве. А можно в грамм 200 кешью в тыкве? Вообще мы из города Ижевска, Удмуртская республика. Из Ижевска? Собственно, производитель яйца на корешках, йогурт и также бельгийский шоколад с 2017 года работы. Угу. Хватит? Да. Получилось больше 290 грамм. Угу. Переводом. Мы пришли с Оксаной к открытию. Очереди не было. И смотрите, сейчас какая очередь. С ума сойти. Я купила в тыкве. Но это с Оксанкой чай попить. Себе бы не взяла. Вкусненько. 794. Что ли, дорогое удовольствие? Но вкусно. Да, Оксан? Мы здесь были уже в этом экспофоруме, на автомобильной выставке. Ну и теперь съездили на питомца.